Согласитесь, редко кому такое удается съездить в лес и взять камеру. А я взял. Да потому что хотел вам показать другой лес. Но этот лес без признаков хмурья, кои охватывает холодное лето 2014-го. Просто и не всегда вы видите чистое небо. А вот вам то, что можно увидеть, имея в руках 15-летнюю камеру. Она шикарно вам демонстрирует и не сумеречный лес, и не холодный. Но, конечно, хотелось бы 20 июля сбегать за грибами. Но отнюдь грибов-то нет. А то, что держит в руках мой сын, и это то, что я нашел, пробороздив 3 километра по лесу. Да, пока грибов-то нету, но зато каков материал. Я его обязательно продемонстрирую и в эфире, если только время будет. Ну а пока тот, кто любит русский лес и здесь, и за бугром, пусть смотрит. И это, в принципе, для тех, у кого рано или поздно сердечко щемящим удовольствием думает о родине.